Всем привет, ребята, вы на канале Санишки играем вместе, с вами по-прежнему папа Санишки, и мы продолжаем играть в игру Anime Fighters. Ребята, сегодня мне помогают пройти Ultimate Time Trial до 50-й комнаты, ребята из группы в Дискорде. Ссылочку, ребят, на группу я оставлю в описании к этому ролику. Вот, спасибо Литлу, да, так вот читается его аккаунт. Если не так, то Литл, напиши, как он правильно читать. Спасибо, ребята, еще раз. Мы будем пробовать пройти. Не знаю, попробую заюзать на всякий случай еще дамаг буст. Но я думаю, что моя помощь здесь будет не такой уж сильной, потому что у меня ДПС, так, а у меня ДПС что-то какой-то 10. Почему-то ДПС у меня снизился, был вроде бы побольше. Ну да ладно, ребят. Главное вообще пролететь этот тайм-триал и успевать за сильным игроком, ребят. И главное, конечно же, не мешать. Как вы знаете, у нас в игре сейчас X5 ивент. 5 на дропы, 5 на иены и 5 на дамаг. А под ивент на дамаг, как обычно, мы проходим триалы. То есть все проходят триалы. Сейчас, конечно, в игре уже упали, ребята, посещения. Упали визиты, да? Вот. Ну, что делать? Такая, ребята, жизнь. Может быть, выйдет какой-то... все ждут обновления хэллоуинского ивента. Как вы помните, у нас был хэллоуинский ивент год назад. Вот. Все ждут еще, ребят, что он будет и в этом году. Уже в разных играх он вовсю, ребята, уже существует, вовсю уже есть. Собираюсь еще записать Puppet Legend 2. Тоже такая интересная игрушка, типа как Pet Simulator X. Не знаю, что раньше появилось, еще буду разбираться. Ну а пока что вы, ребята, видите мою команду скромную. Здесь у меня два гиганта, два двойных гиганта. Это вот рыцарь и еще Far Away, по-моему, называется этот боец. Раньше он назывался Гон. Вот. А сейчас его переименовали. Так, ну, надеюсь, что все-таки мы дойдем. Пройдем. И, наконец-то, добавится у меня еще один персонаж. Ребята, еще один персонаж у меня добавится. Так, ну, что-то тут прилетает мне в мой рюкзачок. Так, ну и еще, как вы знаете, в этой игре был тоже ивент, который у нас начался неделю назад, да, получается. И он был очень долго, непонятно. То есть вместо там 2-3 дней он был, по-моему, там чуть ли не 5 дней или 6. То есть видно, разработчик забыл его убрать вовремя и убрал уже только перед субботним, да, перед воскресным, перед субботним этим обновлением. Вот. Так что с этим ивентом можно было там тоже неплохо поиграть. Ну, что еще у меня? Что еще, ребят, вам рассказать? У меня здесь ждут принцессы Абы, они будут безлимитные, уже осталось там где-то 17 часов, по-моему, и у меня будет две безлимитных вот этих принцессы Абы. То есть это у нас секретный боец последней логи, как вы знаете. То есть я сделаю его безлимитным. Также что мне удалось сделать? Вот двойной гигант. Вот это Абба, вот Скелли Кинг у меня тоже двойной. В основном у меня выпадает такая пассивка, как гигант.
Вот на нее мне везет, ребят, на остальные мне не везет. На всякие секретные там, ну не знаю почему. То есть удача, в принципе, базовая у меня там 10,5. Там с бустами еще больше, ну. Не знаю, как эта игра работает. Кто-то, ребят, выбивает божественных бойцов. У меня в этом смысле все как-то печальненько. Ну, пытаюсь, вот 14Z, 12Z, 15Z. То есть потихоньку все равно наращиваю. 14Z, 15. Вот, хочу где-то примерно всех так сделать. Ну, я думаю, что, ребят, для прохождения вот этого Ultimate Time Trial нужно, наверное, где-то 150Z, может быть, силы. То есть не просто 14-15, я думаю, что, наверное, 150, а может даже и больше. Напишите, если вы знаете, сколько нужно, чтобы пройти. Ну, ребята, ссылку еще раз я оставлю на Discord тех ребят, которые мне помогают. Молодой этот Discord сервер вот, набирает актив, набирает подписчиков. Игра все равно живет, они будут делать еще второй Discord сервак по пока неизвестно по какой игре, но вот тоже. Сейчас в основном, ребят, такая идет тенденция, что делают Discord сервера сразу по нескольким играм. Я состою в двух группах в Discord по аниме. И в одной группе там Anime Adventures, Anime Fighters и еще, по-моему, какая-то третья игра. Я, ребят, подзабыл. А во второй группе также Anime Fighters. И вот будет еще решаться у них вопрос, какая будет у них... какой будет второй Discord сервак. Так что, ребят, если вы перейдете по ссылочке, которую я оставлю в описании, вы можете еще решить судьбу вот этой группы, то есть что они будут делать. Так, ну что, бить не будем, наверное, сундук, чтобы не тратить время. Ну, хотя это последняя вот эта комната, ну, можно было и побить, в принципе. Так, ну что, мы идем там очень бодренько, да? Давайте посмотрим. А, еще с нами Панда, да, Панди тоже привет, наш подписчик и друг. Мы втроем идем. О, ребят, что-то произошло вообще непонятное. Вот это да. Вот это, ребята, конечно, факап. Что теперь с этим делать? Непонятно. Ну вот такой, ребята, такой ролик, конечно, не очень удачный. Ну, надеюсь, перепройдем. Может быть, сейчас я склею два этих ролика, ребят. Итак, ребята, мы переигрываем, потому что я провалился в какую-то пропасть за стеной. И мы пошли во второй раз в триал. 41-я комната, ребята, 41-я комната. Надеюсь, конечно, это не повторится, и нам удастся это все пройти. Ну, давайте, ребята, смотреть, как это будет. Ну, что я там вам сказал, неправильный свой этот ДПС, нужно смотреть текущий ДПС, 85,6 он у меня, а база 18,7Z. Сейчас уже мой буст на ультрадамаг пропал, поэтому когда с бустом на ультрадамаг у меня было, по-моему, 107 там или 101Z. Вот. Такие дела, 43-я комната, 4 минуты. Вот тут моя медленная, это принцесса Абба тут подходит. Так, ретрит надо сделать, наверное. Когда слишком много бойцов, ребята, не все бойцы могут становиться на этого врага, поэтому лучше их убирать, чтобы более сильный ваш напарник мог их бить. Вот.
Ну и сундук, наверное, не будем бить, я думаю, потому что можем не это, не пройти. Так. Так, а у нас 45-я комната, может быть, и можно. Может быть, ребята, и можно еще добить сундучок. 45-я комната и 3 минуты. Ну, здесь нужно было, ребят, поменять своих бойцов на дроп. Ну, я уже этим не заморачиваюсь, потому что сейчас наша цель — это пройти до 50-й комнаты, а не получить максимальный дроп с сундука. Так. Следующая комната. 46-я комната. Так, даже мне тут удается кого-то, ребят, смотрите, с моим дамагом даже удается бить. Вполне себе, в принципе, нормально. Но жалко, что пропал, конечно, мой этот супер дамаг буст. Ну, вот даже можно потихонечку бить. Как вы видите, это даже получается. Так, открыли следующую дверь. Сорок седьмая комната, ребята, 4 минуты. Ну, так, по ощущениям, вроде бы неплохо. Идем вроде бы неплохо. Дальше. Основные игроки, ребята, здесь на самого главного тут бога вот этого направлены. Я тут потихоньку этих окучиваю. Так, 3 минуты 40 секунд. Давайте дальше продолжим. Чтобы продолжать дальше. И, в принципе, у меня получается на таких маленьких бойцов. Так, все. Пока все у нас получается. Все у нас идет. А вот здесь уже, ребята, уже мои бойцы испытывают трудности. Посмотрите, видите, уже они так достаточно тяжелые здесь уже соперники. И кое-как тут, ребята, кое-как. Надеюсь, мы успеем. Надеюсь-то мы успеем. 2 минуты 45 секунд. Так, ребят, начинаю уже волноваться, что можем не дойти. Так, ну не будем отчаиваться. Не будем, ребята, отчаиваться. Ретрит сделаем. Отойдем для более мощного игрока. Так. Итак, открылась, ребята. Открылась последняя рума. Последняя комната. 2 минуты 4 секунды. Ну, ребят, надеюсь, нам этого хватит. Напоминаю, X5 у нас к дамагу. 49-я комната. Так, ребята, ну. Напряженная, ребят, ситуация напряженная. Минута 31 секунда. Итак, удастся же нам пройти или нет? Ребят, сколько там? Уже год, наверное, я ждал, чтобы пройти. Целый год. Уже игра подзабросилась, ребят. Но удастся или нет? Да, ребята, нам это удается. Очищаем комнату. Настроение у меня сразу поднялось. Посмотрите, у меня вот эта вот стрелочка. Эквип. Делаю клейм. Итак, ребята, спасибо. Спасибо Капанди. Спасибо Литлу. У него сейчас вот такой
God War 1945, Бог войны 1945. Большое спасибо этим ребятам. Ссылочку на группу я оставлю в описании. Вступайте в группу. Там сейчас идет голосование по второму Discord-серверу. Ребята, наконец-то нам это удалось. Мы это сделали, мы это прошли. Ну, а я, ребят, с вами прощаюсь. Всем пока.